Добрый день, Полтава. Я нахожусь на Ливаде возле магазина «Сельпо». Мне сказали, что здесь запускается новый социальный проект. Сейчас зайдем. Ну, сказали, что мои друзья этим занимаются. Сейчас посмотрим, что происходит. Ага, вот правильно сказали. Сергей, добрый день. Добрый день. Что? Рассказывайте хорошего. То, что написано, вы видите. В связи с социально-экономической ситуацией в стране, мы наблюдаем, что в магазинах все меньше и меньше люди могут себе позволить покупать необходимые, первой необходимости товары. И вот мы, особенно пенсионеры, которые каждая копейка на счету. И вот мы приняли решение поставить в городе такие точки с бесплатными товарами. На кого сориентировано? Вот эти точки. Точки сориентированы на меньше защищенные слоя населения. Это пенсионеры, малоимущие. И вот пользуясь случаем, хочу обратиться к всем неравнодушным людям, чтобы поучаствовали в нашей акции, вот и общей, как это сейчас можно, модно называется, флешмобом. Вот давайте все вместе поможем этим людям, которые нуждаются в нашей помощи. В мебельной фирме «Гарант», которая нам очень за символическую цену сделала эти столы, которые мы поставили на этих точках. А также очень хотелось поблагодарить Светлану Давыдовну за предоставленное место в магазине «ТРС Мир». Спасибо им огромное. Дай Бог им здоровья и всего, что хочется. Что вам, бабушка, давай. Сейчас, подождите. Это будет, да? Будет? А, когда это будет? Да, здесь в обед будет. Ну, точно не можем говорить. Ну, подходьте, воно будет, каждый день будет, но в точном времени вам не скажем. Где же ближе к обеду? Поняли, да? Подходьте, будет, да. Я точки, которую мы на сегодня расставили, очень хочется поблагодарить Олега Владиславовича, управляющего магазином фирмы «Салтовский», за оказанные места. Дай Бог здоровья, всего, чего хочется. Спасибо. Координаты, сколько точек координаты сегодня? На сегодняшний день мы расставили три точки. Это значит остановка «Медакадемия», остановка Богдана Хмельницкого, это «Салтовские» магазины, и на Ливаде «ТРЦ Мир», ну, где «Сельпо». Это сейчас на данный момент у нас стоит три точки. Мы будем надеяться с Божьей помощью в дальнейшем расширяться. Спасибо.